Новый 2024 год в Татарстане начался с сильных морозов. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана опубликовало традиционный обзор погодных условий в республике на предстоящую неделю, согласно которому аномальные холода продержатся в республике как минимум до Старого Нового года. Синоптики прогнозируют, что в среду 10 января в республике Татарстан ночью местами сохранится небольшой снег. Днем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Температуры воздуха ночью и утром составит от минус 21 до минус 26 градусов. Днем ожидается от минус 18 до минус 23 градусов. Аномально холодная погода в Татарстане сохранится. И сохранится она как минимум на ближайшую декаду. И ближайшая декада прогнозируется с аномалией около 8 градусов ниже климатической нормы. Напомню, что климатическая норма для этого периода составляет около минус 10 градусов. Но в то же время в эту декаду не исключены и такие температурные колебания. Так, например, уже в четверг и пятницу этой недели мы ощутим на себе некоторое такое смягчение. Несмотря на то, что начало месяца оказалось аномально холодным, на следующей неделе ожидается долгожданное потепление. Температура воздуха снизится до минус 10 и продержится в этих значениях до четверга. Также предположительно выпадут осадки в виде снега. Теплые вещи не стоит убирать, ведь они нам еще пригодятся. В выходные вновь нас ждет некоторое похолодание, и тогда дневные температуры будут ниже минус 20 градусов. Стоит отметить, что у нас и вообще начало этого месяца оказалось аномально холодным. Так, средняя температура первых 9 дней этого месяца имела среднюю температуру минус 19,8 градуса. В гидрометцентре республики предупредили, что низкие температуры воздуха в сочетании с порывистым ветром могут привести к переохлаждениям и обморожениям. Это значит, что, выходя на улицу, следует быть особенно осторожными в соблюдении мер безопасности. Теплая одежда, минимум открытых участков тела и сокращение нахождения на улице – важные составляющие комфортной зимы. Но не стоит забывать, что похолодание – это не только проблема, но и возможность. В холодное время года можно насладиться зимними видами спорта, такими как лыжи, коньки и снегоходы. Все эти морозы – временные явления, за которыми приходит теплая и озеленевшая весна. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Кристина Отекина, Николай Осуховский, Универ Новости.